Планируется провести судебно-медицинскую экспертизу для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. В ходе опросов граждан и анализа соответствующей документации будут устанавливаться лица, ответственные за эксплуатацию здания, возле которого произошел инцидент, а также то, насколько своевременно и качественно ими проводились работы по недопущению случаев схода снега и наледи с обслуживаемого здания.